Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуйте вам! В эфире программа «Все свои», и сегодня у нас замечательный предновогодний, предпраздничный выпуск. Да. И, как обещали, мы собрались здесь, в нашей студии, рядом с елочкой, которую мы нарядили теми самыми подарками, которые нам дарили наши герои. Да, которые с любовью сделаны своими руками, как правило. Вот, например, у меня в руках не просто хендмейдовский такой подарок, а это прямо очень наполненный глубоким смыслом. Здесь свеча, и внутри подсвечника, вы не видите, но я вам расскажу, поверьте мне. Да. Там засыпана соль, соль Мертвого моря. И это как символ того, что мы соль земли и свет этого мира. И вот такой нам подарок подарили для нашей елочки. Да. Что у тебя? А у меня вот такое прекрасное сердечко, которое тоже сделано своими руками, и оно символизирует любовь Христа, его доброту, его полноту, и мы его обязательно вот так вот вешаем, как обещали, на нашу елочку. Здесь вообще все наполнено смыслом. Главное, что во всем этом есть тепло ваших рук и вашей любви. Вот и этот олень, и вот этот от семьи Шумиловых. Да. Они шарик прям при нас это раскрашивали. Вот это самый первый подарочек наш. Тут... Вот есть горшочек, так сказать, с конфетами, которые мы не съедим, друзья, да. Да, постараемся. Вот елочка, пожалуйста, на елочке. Елочка на елочке. Да. И самое удивительное, что, знаешь, вот мне нравится вот это. Мы дарили нашим гостям рождественский вертеп. Такой, да, когда Мария и Иосиф. Это было как начало истории, а это некий финал истории. Да. Истории великой любви. Победы. Любви Иисуса Христа. Да, слава Богу. На самом деле было сказано очень много теплых слов, теплых пожеланий с Рождеством. Наши герои делились своими историями, своими свидетельствами, чудесами и тем, что Господь делает в их жизни. И мы хотели бы напомнить вам, как это было и как каждый дом нас принимал у себя в гостях. Я желаю, чтобы каждый человек в этом году, нет, в следующем году, обрел свою семью. Семью небесную и семью земную. Чтобы он был принят, чтобы его, он чувствовал себя любимым. И любимым в любом состоянии, таким, какой он есть. Вот. Но самое главное, это небес, быть усыновленным в небесную семью. Аминь, прекрасно. А я хочу пожелать каждой семье, чтобы у них рождалось много-много детей. Пусть этот дар Божий будет для вас таким радостным, и пусть в ваших семьях будут бабушки, которые будут помогать родителям их воспитывать. Много бабушек. Много бабушек. Как у нас усыновленные. Детишки, а вы что можете пожелать? А желаю, чтобы у вас было слишком много денег, чтобы не хватало кошельков даже. Подходит, подходит. Я думаю, меня жена поддержит. Мы с ней обычно, когда говорим про праздник Рождества, мы имеем в виду не какой-то отдельный день, хотя календарный день хорошо, что он есть, но хотелось бы, чтобы у нас каждый день был как Рождество. То есть, если есть праздничное настроение, если есть в нашем сердце действительно по состоянию Рождества, то я думаю, если мы 365 дней в году будем так проводить со своими семьями, со своими женами и детьми время, то это будет гораздо более благословенно, что нужно как бы входить в Рождество. В канун Рождества еще раз подумать, как провести каждый день как рождественский. Ну, я хочу пожелать, конечно же, чудес, потому что это самый невероятный праздник для исполнения желаний, для изменения атмосферы, как внешней, так и внутренней. И всегда этот праздник ассоциируется с какими-то волшебными ощущениями, с чудесами. Поэтому те сокровенные желания, которые есть внутри, которые, конечно же, не связаны ни с какими видимыми вещами, а больше это что-то внутреннее и такое драгоценное, чтобы это все сбылось. Рождество, да, вот это все-таки время чудес. Время чудес, да, то есть это реально чудеса, и поэтому хочу пожелать, чтобы
люди Божии, да, семьи, не знаю, там, да, чтобы они в это время мечтали, открывали свои мечты Богу, вот, и чтобы эти мечты, они избывались, исполнялись, вот, и чтобы через это еще у них больше веры возрастало. Вот, хочется пожелать, чтобы в семье был мир, понимание всегда, чтобы те, кто мечтает о детях, чтобы были дети, потому что дети – это огромное благословение. Да, это радость неописуемая, да, ну вот, поэтому всех благ, благословений. С Рождеством! С Рождеством! От нашей семьи для канала ДБН мы хотим подарить этот подарок и пожелать людям благополучия, чтобы в вашей семье всегда присутствовал Бог. Любви, мира. Ну, здоровья! Здоровья! Друзья, в преддверии Рождества желаю всем вам помнить, благодаря чему мы празднуем этот праздник. Не забывайте воздать хвалу и славу нашему Господу Иисусу Христу. Аминь. Дорогие зрители, я хочу вам пожелать в преддверии Рождества и Нового года веры прежде всего, возрастания в вере, те, кто уже уверовал в Господа, те, кто еще не верит. Желаю каждому познать нашего Господа, потому что Он Бог живой, Бог чудес. И желаю каждому при встрече с Богом пережить однажды что-то особенное, то, что будет всегда вам напоминать о Нем, всегда наполнять ваше сердце благодарностью, радостью, любовью. Мир вашим домам. Аминь. К этому Рождеству хотелось бы пожелать вам, друзья, чтобы в вашем доме всегда царил мир, гармония, счастье, любовь. Детский смех наполнял. Да, и мне хотелось бы добавить, чтобы в каждой семье, в каждом доме люди слышали друг друга, уважали друг друга. И тогда все будут счастливы. Ну, нет. Желаю, чтобы у всех было все хорошее и было много конфет у детей. Много конфет у детей. Тонкий намек. Да, да. Вот. Ну что можно сказать? Я хочу поздравить всех с Рождеством, с праздником христианским. И какие бы праздники ни были, да, но я понял, что семья и вот именно акцент на семейные отношения, на сохранение семейных отношений, на созидание семейных отношений, оно остается до праздников очень важной темой, во время праздников и после. Поэтому я желаю, вот для меня это повод пожелать всем семьям придерживаться семейных ценностей, не вести сейчас на современные вот эти вот модели, который предлагает нам современная ситуация, не вестись на это, а придерживаться традиционных вот этих вот семейных взаимоотношений, любви между супругами, любви к детям, заботы друг о друге, взаимное прощение и уважение друг к другу. Желаю, чтобы в этом году у вас все это, если было порушено, пусть это все будет созидаться. Вот. Если это все у вас все в хорошем, так сказать, ключе протекает, то пусть это все улучшится. Вот. А если еще не начиналось, то пусть начнется. Будьте благословенны. С Рождеством! С Рождеством, дорогие! С вами были Кирилл Косов и Анна Федорова. И мы свою задачу выполнили.